Выживание человека в процессе эволюции происходило за счет движения. Сегодня же день среднестатистического жителя мегаполиса проходит статично. Это приводит к ожирению, сахарному диабету, инфарктам, инсультам. Кардионагрузки необходимы, чтобы в организме вырабатывался оксид азота. Эта молекула расширяет сосуды, влияет на иммунную систему, повышает уровень кислорода в теле и выносливость мышечных клеток. Оксид азота вырабатывается от взаимодействия крови с внутренней поверхностью капилляров. Если человек не двигается, то капилляры перестают омывать кровью мышцы, и вместо 10 капилляров остается работать только один. А оксид азота вырабатывается в 10 раз меньше. Минимум 30 минут ежедневных кардионагрузок поможет держать под контролем свой вес, снизить артериальное давление и холестерин, улучшить свое психическое здоровье. Оксид азота нельзя запасти впрок, молекула быстро разрушается. Именно поэтому сознательно заставлять себя двигаться жизненно необходимо любому современному человеку.